Всем любителям бокса привет. У меня обновленная линейка боксерских шлемов со щеками бренда Вали. Вот они идут вот в таком исполнении. Сзади они переделали подушку полностью в двух цветах, в зеленом и в черном. Размерная сетка SM. Именно SM подходит, очень хорошо подходит на окружность 54-59 см. О посадке на голове обзор я делал на канале. О посадке на голове сейчас посмотрим и сравним, как они сидят. Размерная сетка SM. Хорошая посадка. Она не такая комфортная, потому что внутренняя подкладка, надо к ней немножко привыкнуть. Она идет с такими немножко как бы пупырышками тканевая. Но он напоминает именно рыцарь Fly шлем, который вот с такой фиксацией на липучке, нос в глубине. И он идет немножко щитом, видите, спрятан отлично нос, полностью перекрывает нос. Сзади хорошо защищен затылок, подушка. Уши сели в ушных амбушюрах, хороший наполнитель. Он, в принципе, довольно плотный, я бы сказал, наполнитель. И вот отлично, он легкий, шлем легкий. Хорошее фронтальное и боковое зрение и отличная защита носа, самое главное. И зеленый точно так же, в размере SM. Вот сам вид, как он сидит на голове, посадочки. Тоже вот достойная альтернатива более дорогим брендам. Ценник на этот шлем где-то в районе 70 или 80 долларов на официальном сайте в Америке. Поэтому шлем в кожаном исполнении, с хорошей влагоотводящей тканевой подкладочкой, с хорошей посадкой. Вот в таком исполнении. Всем привет. До следующей встречи.